dvhub.ru. Примерила дома перед зеркалом. Она утром пошла и купила кофточку из хозяйственных денег. Примерила все вместе. Было хорошо. На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок. Олечка, что с тобой? Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги? Деньги? Профукала. И, заложив руки в карманы, она громко свистнула. Чего прежде никогда не умела. Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой. Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большую частью она кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического. Я сама. А теперь идите, идите, не оборачивайтесь, уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь. Ха-ха-ха-ха. Демонический смех должен потрясать все ее существо, даже оба существа, ее и его. Уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь. Страстная, не страстная, им все одно. Лишь бы утробу свою напитать. Нехотя согрешишь, прости, Господи. Нынче-то разве поздравляют? Нынче только и норовят, как бы человека и забидеть да упрекнуть. Самой вишь мало? Как бы не идти завтра к причастию, так рассказала бы я тебе про барина твоего. С детства такой. Люди к обедне идут. Наш ты еще не продрыхался. Люди уж из церкви идут, а наш чаи с кофеями пьет. И как его только лежебоку дармоедину Матерь Святая до генерала дотянула. Ума не приложу. Давно бы сосвету сжили. Да только не даюсь я вам. Молодая-то кость на зубах хрустит, а старая-то поперек горла становится. Не слопаете! Эх, жизнь. dvhub.ru